Всем привет! Вы на канале «Все просто». С вами Артем. Мы с папой вчера поймали немного речной рыбы. Поэтому сегодня мы будем делать жареную рыбу. Для этого нам понадобится мука, половинка лимона, соль, ну и, конечно же, рыба. Рыбу мы хорошо промыли и почистили. Крупную рыбу мы нарезали порционными кусочками. Мелкую оставили просто так. Сейчас мы все это дело посолим. И выдавим половинку лимона. Кладем на место. И все это дело хорошенько перемешаем. Оставляем на полчаса, чтобы рыба пропиталась. Рыбу хорошо обваливаем в муке. В разогретую сковородку мы наливаем масло. Я люблю чугунные сковородки. Угу. А теперь выкладываем рыбу. Сейчас зашипит. Ой-ой-ой. Обжариваем до золотистой корочки. Чтобы рыба хорошо прожарилась, я ее переворачиваю 3-4 раза. Жарим 10-15 минут в зависимости от размера рыбы. Вот наша рыба готова. С вами был Артем. Не забываем ставить лайки. До новых встреч!